Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем монтировать теплицу. Капля VIP 3х7 с перегородкой на брусе 100 на 150. Пока приехали, расложились, приступаем к работе. Каркас теплицы у нас стоит. Закрепили к брусу, выровняли. Сейчас начнем крыть его поликом. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу капля 3х7. Капля непростая, капля VIP. Двухстворчатые двери по торцам в перегородке. Почему VIP? Потому что у нас арка в виде фермы. Арка у нас в виде фермы. Основная арка из трубы 20 на 40, подпирающая 20-20, покрашена полимерно-порошковым способом. Стоит данный каркас на брусе, брус 100 на 150, обработан антисептиком и сверху покрыт еще тонером, тоже антисептическим, уже цвет палисандр. Закреплен к земле с помощью якорей, само собой разумеется. 6 точек крепления. Также есть система подвязки. 4 нитки согласно грядкам расположена. Также есть диагональные усилители. 4 штуки. Вот такая. Поликарбонат 4 мм. 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Также резиновый торцевой уплотнитель имеется. Вот такая красотка. А также есть у нас два форточных блока на термоприводах. Вот такая отличная прочная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.